На железнодорожном вокзале Сургута началась реконструкция. Ее откладывали из-за конкурсных процедур. Результаты аукционов по выбору подрядчика несколько раз оспаривали. В этом году идет подготовительный этап. Основные работы начнутся в 2021. На время ремонта вокзал не закроют. После окончания реновации пропускная способность железнодорожных ворот экономической столицы Югры составит 1400 пассажиров в сутки. Это вдвое больше, чем сейчас. Площадь комплекса составит 12 тысяч квадратных метров. Станет больше зоны ожидания и камер хранения, появится бизнес-зал, добавится место для торговых площадок. Обновят систему вентиляции, теплоснабжения и освещения. Внедрят принцип умного вокзала. Это значит, что для пассажиров будет действовать более удобная система оповещения, звуковая и визуальная. Стоимость проекта изначально составляла 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Теперь ожидается, что сумма инвестиций из-за подорожания стройматериалов и инфляции может вырасти на 200 миллионов. Реконструкцию планируют завершить в 2022 году. Здесь будут применены все последние, самые инновационные решения, как в части обслуживания пассажиров, улучшится обслуживание в части, будет просторнее, светлее, прохладнее в жаркие дни, теплее в холодные дни. Для маломобильных пассажиров здесь предусмотрено практически, все, предусмотрены все возможности, пандусы, подъемники, лифты.